Приветики! Олд вернулся! Вперед! Блин, куда ты? Здесь широко, но здесь это. Так, поменяем мотоцикл. Так, во-первых, надо сохраниться, блин. Окей. Меняем тачку. Так. Этот сдаем на хранение. А этот берем.
Тут дальнобойный его, блин, надолго хватит. Дальше уже пешком. Так. Система. Сохранение. Окей. Вперед. Давай. Тут уже хорошо натоптал тропу. Чё-то я на пустом месте-то, блин, упал. А, надо... Выносливость восстановлена, о! Все, отлично, пошли. О! Снежок пошел. Ну, тут уже тропинку натоптали, уже тут легче идти. Давай, Сэм. На кону человеческая жизнь.
полчаса прошло. Если все будет нормально, то по времени мы укладываемся. Главное, чтобы никакие чудища не выскочили. Ветром сдуло, блин. Уже чуть. Пункт назначения близко. Да, я вижу. Блин, ветрило. У меня такая парусность, конечно. Ставить. Молодец. Доставляю груз. Ты здесь? Слава богу. Она едва держится. Еще немного. И я не знаю, что бы я сделал. О! Это все пропускаем, эти, блин, звездочки, блин, звездополосатые. Врач сказал, что нам нужно подключение к хиральной сети. Так подключи нас. Мы вступим в UCA. Я на все готов. Действуй. Уже бы давно подключили, и все бы это передали бы. Оборудование это напечатали бы тут. Ну во. Вон окрутил-то, блин. Жесть. Хожу кругами, блин. Да, жизнь. Штаб-квартира призвал данные о серии. Ботинки Бриджеса уровень 3. Силовые перчатки, ух ты. О, блин. Все подключено, все работает. Все там напрямую ходят. Доктор? А, отлично, я включу свой терминал. Сейчас, секундочку. Все будет хорошо. Это устройство позволит осмотреть ее, словно я рядом с ней. Манипуляторы на терминале идеально повторяют мои движения. А с помощью биопринтера я смогу создать особую вакцину. Жаль, что моя жена не смогла сделать побольше таких штук. Перед тобой все, что у нас есть. Не волнуйся. Мы позаботимся о том... Он на него так подозрительно смотрит. Проблем. О, спасибо. О, это... Это невероятно. Благодари его.
Сеть, которую он помогает построить, навсегда изменит медицину. Ладно, давайте на вас посмотрим. Сэм, ты практически привел нам личного доктора. Да, я такой. Большое спасибо. Да, большое пожалуйста. Неплохо. ББ-28 скоро снова будет в строю. Да давай уже. Настоящий боец. Так держать, Сэм. Сэм, слушай. Для тебя есть заказ от одного горного жителя. Да, тебе да... придется отправиться туда, где еще нет хиральной сети. Хороший шанс изменить это положение. Так что займись поскорее. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Не-не-не, подожди. Сначала сохранюсь, блин, а потом уже будем это. А то там бывает, что хер там что сделаешь. О! Так, там какое-то снаряжение новое. Лучший вариант Бриджеса 2. Эта обувь не только обладает повышенной прочностью, но и защищает владельца его груза от ущерба при любых падениях. Добавок ее подошва снабжает шипами для обычной ходьбы по скользкому грунту. О, надо изготовить. 2. Силовые перчатки. О, эти силовые перчатки тебе понравятся. Они значительно повышают силу рук и захвата. Если лезешь по веревке на вершину скалы, сможешь забраться гораздо быстрее. И заметишь разницу, поднимая тяжелый груз. И это не все. Ты когда-нибудь падал с крутого склона? Наверное, пытался замедлить падение руками, да? Ну вот, с этими штуками ты сможешь остановиться куда быстрее. Понятно. Только обещай, что не будешь ими никого бить. Они не для этого. Не обещаю. С металлическими шипами. А, все. Подтвердить. А перчатки? Надеть перчатки. О, ну вот, теперь все. Переработка. Так. Все это перерабатываем. Все. Это все ясно. Благодарю вас за поддержку. Так. Ну все.
Доставка фотографии. Ха! Адресат фотограф, блин. Жил-был фотограф один. 15 килограмм. Нихера себе, блин. Наснимал, так-то снимал. Спасибо за ваш вклад. Доставить фотографию, блин. Это же какой-то памятник какой-то. Так, ладно, давай мы тут сохранимся еще раз. Уж раз тут. Окей. Вот тут сколько сразу всякой всячины. Хера себе, мосты тут, блин. А нахрена тут мост-то, блин, мне? Оружие разрешено. Я знаю, как нам нужно. До сюда, а здесь вот сюда. Понятно. Как через речку переправимся, так прямиком туда. Все, я понял. Ай, пошли. Мне этих, блин, хераллиев, блин, уже девать некуда. Может, я поторопился херальные ботинки отдавать? Ну, теперь уже поздно. Чуть не навернулся. Да не, нормальная тут. О, отлично, до байка дошел. Это хорошо, надо сохраниться.
очень хорошо. Гнать не будем. Мы сейчас никуда не торопимся. Тачки этой должно хватить до туда. Хорошая обводная дорога. В обход всяких опасностей. Надо на птичках посмотреть это. Тут дождей нет. Не, мы как раз между ними. Вон туда. Понял. Доставка запрошенных. На тебе фотку. Доставляю груз. Ты из Бриджес, да? А больше ты мне ничего не принес? А надо? Нет. Ну, ладно тогда. Я даже не думала, что получу доставку в таком идеальном состоянии. Класс курьера 149, офигеть. Слушай, у меня к тебе просьба. Ты не мог бы отыскать фотоаппарат моего отца? Он...
Долго рассказывать, но он проводил тут полевые исследования. Понятно, его съели чудища. Разгадка выхода смерти скрыта где-то здесь, среди этих скал и пещер. Но он умер, так и не завершив свою работу. Теперь я должна довести дело до конца. Конечно, недавно я кое-что нашла. Кое-что удивительное. Я была уверена, что именно это искал мой отец. Хотя и непонятно было, как это связано с выходом смерти. Мне требовалось мнение эксперта. Кого-то, кто смог бы сказать мне, что же я нашла. Я взяла отцовский фотоаппарат, чтобы запечатлеть свое открытие. Засняла все в мельчайших деталях. Но по пути назад я увидела группу вооруженных людей и испугалась. Побросала вещи и побежала. К счастью, меня не заметили. А когда я остановилась, до меня дошло. Фотоаппарат-то остался там. С тех пор я все набиралась храбрости, чтобы сходить поискать его. Но потом вспомнила. На футляре же осталась бирка. И я подумала, раз ты из Бриджес, может, ты сумеешь определить, где он сейчас. Пожалуйста, я все отдам, лишь бы его вернуть. Хорошо, хорошо. Оформлю заказ. Давай. Этот фотоаппарат мне очень дорог. Я ни о чем другом даже думать не могу. Если хочешь приступить прямо сейчас, здесь есть терминал. На. Вот что бы я взяла, если бы пошла сама. На здоровье. На здоровье. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Выполнение заказа. Заказы для Сэма. Возвращение Кая. Ну, понятно, ясен пень. Я так и знал, что туда надо будет идти. Это ж тут козе понятно. Ладно. Инструктаж. Твоя задача забрать пропавший фотоаппарат и доставить его фотографу. Клиент говорит, что уронила его, спасаясь от вооруженных людей. Вероятно, террористов. К счастью, аппарат был в чехле с биркой. Значит, сканер приведет тебя прямо к нему. Однако, возможно, что его уже нашли террористы. Если не найдешь фотоаппарат там, где его потеряли, тебе придется отправиться в их логово. Да понятно. Кто бы сомневался. Так, травматическое, хорошо. Бронепластины, пожалуй, я возьму. Это все ерунда. Дробовики мы не берем. Ну, ПХК тоже возьму на всякий случай. Все, хорош. А. Заказ назначен. Так.
Ну все. А якорные крюки-то мне на кой хрен? А переработать пока ничего не могу, да. Ну все, а тогда сохраняемся нафиг. Так, тебя мы сдаем на хранение. Гараж. Размещаю транспорт. Отойди. Так, ну что, сохранимся. И пойдем. О, пойдем мы в следующей серии. Да. Хорошо помаленьку, да. Это точно сохраним. Окей. Ну что, народ, пока. В следующей серии пойдем искать фотоаппарат к злодеям. Давайте, пока. С вами был Олд. Пока-пока.